Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». Сегодня приготовим вкусное песочное печенье. Такое печенье готовится быстро и просто. Это один из моих любимых рецептов печенья. В миску кладем 140 грамм сливочного масла комнатной температуры и добавляем к нему 200 грамм сахарной пудры. Масло с пудрой перемешиваем миксером до однородности. Сюда же разбиваем 2 яйца и опять перемешиваем до однородности. В получившуюся смесь добавляем примерно 400 грамм муки в 2-3 подхода. Тесто долго вымешивать не нужно, оно должно получиться мягким, однородным и пластичным. Готовое тесто разделяем на 2 одинаковые части. К одной из частей теста добавляем 10 грамм какао. Вымешиваем тесто до однородности. Оба куска теста заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник примерно на полчаса. Охлажденное тесто достаем из холодильника и раскатываем его в пласт толщиной примерно 4 мм. Из раскатанного теста вырезаем печенье с помощью формочек. Я взяла в формочки цветочки. Подготовленное печенье перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Серединки у цветочков делаем из шоколадного теста. Точно так же делаем и темные цветочки с белой серединкой. Противень с печеньем вставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 15 минут. Из этой порции теста у меня получилось 700 грамм готового печенья. Печенье получилось очень вкусным, ароматным и хрустящим. Обязательно приготовьте такое оригинальное домашнее печенье, оно очень нравится детям. Если вам понравился рецепт такого песочного печенья, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал «Готовим дома». Заходите на мою страничку в Instagram и принимайте участие в марафоне, ссылка в описании под видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!